расскажу тебе про Магадан. Я расскажу тебе про Магадан. Слушай! Мы провели два очень интересных дня в солнечном городе Магадане. Нас встретили ребята из компании «Гидравия». Человек по фамилии Черногор, Сергей Черногор. Замечательный пилот, пилот гидросамолета. Серега, молодец. Да, и мы с Андреем решили, что, наверное, это ростки новой малой авиации, которая практически разрушена сегодня. Он за несколько лет со своими компаньонами купил 3 гидросамолета, и они летают практически по всему региону, оказывают всякие услуги. Молодцы, ребята. Сергей нами плотно позанимался 2 дня. В субботу он нам устроил экскурсию на рынок. После рынка он нас повез на Нюклю. Нюкля – это такой естественный пляж галечный, где разрешена так называемая лицензионная ловля. Создалось впечатление, что, в общем-то, жители Магадана во многом кормятся от природных богатств. Мы съездили в Устье-Ола, а потом мы поехали в музей. После музея мы отправились летать. Мы попали на аэродром, правда, попали не через парадную дверь, а через бор. Задний ход. Местные нюансы. В ангаре нас ждало L-42M, да? Гидросамолет, по-моему, самарского производства, замечательная двухдвигательная машина. И Сергей Черногор делал нам экскурсию над Магаданом и над Нагаевской бухтой. Надо сказать, что все-таки, ну, вся наша вот эта авиация, копеечная, ауновская, в России, по крайней мере, она абсолютно целиком и полностью держится только на персонале, на определенных людях. И этих людей там, ну, их вот по пальцам можно пересчитать, энтузиастов, которые пытаются ворочить всю эту махину. Сережа Черногор, например, ну, реально дикий энтузиаст, нашел партнеров, которые помогли там, я так понимаю, финансово. Построили ангар, купили 3 амфибии, начали делать авиационные работы. Ну, вот, предположим, нет такого Сережи в регионе. Да? Ну и все. И нету малой авиации, нету ООНа, нету никаких работ. Не было бы Васин, не было бы там у ребятишек возможности полетать на мото-дельтаплане и прикоснуться ко всей этой истории. Серега Черногор, Василий Шербур, молодцы. Плюс без конца это такое общение на авиационные, жизненные темы. Нам вообще везет на вот людей, которые нас принимают, посвящают нам достаточно много времени. В Иркутске это было. И вот здесь сейчас, в принципе, центральная часть Магадана, которая строилась в 30-е, 40-е, 50-е годы, несмотря на то, что строилось в неимоверно тяжелых условиях, японскими пленными строилось, советскими заключенными, до сих пор имеет определенное архитектурное достоинство. Не говоря о том, что было построено в поздний советский период и сейчас. Центральная часть имеет и красивый генплан, и какие-то фасады. Так же, как Минск. Центральная часть Минска, вот проспект Независимости, они вот до сих пор выделяются своей архитектурой. Все остальное так вот как-то. Что мне еще понравилось в Магадане, несмотря на то, что это севера такие конкретные, и люди здесь живут тоже такие очень нежные и деликатные, люди достаточно деликатные и воспитанные, несмотря на это. Водители уступают дорогу пешеходам на пешеходных переходах. И вообще те ребята, с которыми мы общались, и покруче, и попроще, ну, ведут себя очень как-то корректно, без, ну, вот таких вот каких-то понтов, которые в больших городах сплошь и рядом. Хотя ребята, ну, такие... Суровые по внешнему виду. Погода была достаточно комфортная для нас. Вылетали мы сейчас, было где-то градусов 7, 8, 9, 10. Накануне было вообще градусов 14-15. Зимой здесь жесть. Здесь минус 25 и до минус 40, плюс ветры. Ну, можете себе представить, что это такое.